Она матнее, у нее. Мне хоть какая пушка, ты не видел? Калаш вроде бы. Отлично. А, ну это нормальная пушка. Какая там, там две нормальных пушки, нет, ты чё? Да, разве мне берет не нравился почему-то. Ну там просто патрон мало. Берет ARX Syndicate. Warface. Не надо тут рекламу. Ракета пошла! Недалеко она пошла. Артём, убей смока. Да, он укрепит и пизда ему. Я боялся, что не попаду, понимаешь? А это стопроцентный, понимаешь? Нашел выход, ракету такой запустил просто в него. Да. Я за голограммой. Гнида. Он ебанул? Да. Зачем ты его ешь? Я не специально, убей его. Не хочу. Убей. Ну давай. Сейчас, если давай. Мы с ним вдвоем останемся, тогда убьем. Давай. Убей. О, активированная мина грома, охуеть. Давай, убей его. Тихо. Знаешь, ты должен демон сидеть на плечо такой, давай, давай, сделай это, сделай это. Стоп, тим киллинг. Нет. Я ему репорт кину, так сообщить, а говори, в перстве пизда. Ну, в принципе, да, можно так, ну, но я его убью. Да не надо. Нет. Он все равно бесполезен, какая от него разница. Ладно. Ебать, у них Барт Симпсон, ой, блядь. Барт Симпсон, может это Нед Фландерс? Ага, да, да. А Гомер это Гридлок. На, хорошо. Я слышал! А там... Взорвался! Капитан! Патина стрёмная. Честно, честно. Не, короче, какая-то краска, ты шевеляется звук, как будто габано какой-то. Угу. Стрёмная какая-то. Поднимем. Там типа... Блэкбёрд такой приходит. К Эхо. Такой... записка типа... Хочу новый Call of Duty. Такой... На, Гострикон. Такой, хорошо, дальше. Приходит Доку. Хочу кавейру такой. На кавейру. Такой, дальше. Приходит к Ягеру. Ягер, хочу Акок такой. Ладно, на хотя стой, подожди. Не будет Акога. Нет, никакого Акога. В коробке вместе с Эшкой. Да. Помнишь, ты раз говорил, короче, что кавейра жирная? А вот кого ты больше испугался бы, Кавейру в темном переулке или Орикса? Этого чеченца. Что такое Орикс? Ну этот новый чеченец, который, помню, жареный барашек, да. Обезьяна, да, ну, хуй знает. Ну, обезьяна тоже, да. Учитывая то, что он стены ломает, бля, ну. Но Кавейру людей ломает, и что? Ты же не стена. Нет, понятно, что ты бы испугал, скорее всего, Лёша бы. Во сколько этот... С майонезом, блядь, в руке. Чаем. Нет, Лёша просто это джибахат просто воплоти. Он тебя поглотит. Артём, ты сейчас взял Эллу. Ты посмотри просто на саму модельку и посмотри. Попробуй найди там хотя бы один подсумок. Что такое подсумок? Да патрон, да, для магазинов. Угу. Да подозреваю их нет. Да. Но зато есть 4 кармана. Нет. Где карманы, блядь, я их даже не вижу. Ебать тут на тебе вот их. Эти стяжки, блядь, 3 бомбы. А если ты кинешь, кинь бомбу, кинь бомбу. Они не исчезнут, что ты думаешь? Блядь, гениальность, сука.
Покиньте эту точку, иначе враг обнаружит вас. Вы в поле зрения врага. Я Эшку встретил. Что, блять, я ее не убил, это рофл? Да, ты террористку встретил. Ты видел Виджила? Нет. Ебать, он молодец. До связи, блядь. Ебать, он дам. Ласт патрон. Причем, знаешь, когда он стрелял, видно было, как у него рука дергается. И каждый день мне пишут, что пытаются списать 500 рублей ебаный PlayStation Network за PlayStation Plus подписку. Угрожают тебе, да? Ну, это... они охуели, блядь. Гопники из PlayStation. Такой же даун, смотри, на последний месяц, только я более лучший. Я хотя бы 1-4, а не 0-1-4. Понимаю. Да мы на сраном золоте, потому что играем, Артём. И что, мне весело. Я вообще палатина, я понимаю, что ты говоришь, говорю с уважением, сука. Чё, хочешь 1-1, Артём? Шуну. Да? Пошёл, пошёл. Винни-Пух и Поросёнок. Приехали во Вьетнам. Я очень долго пытался вспомнить, как их зовут. Блять. В дурку, в дурку, король дурки, блять, приехал. У них там справа тачанка. Да мне лежит бы за пинцом не свист. Я должен был это сделать. Блять, вонёт, пиздец. Полетел такой. В космос, блять, запустил. Бля, патроны. Ебать ты дал! Эш, привет! Ног, пока. Ног у меня, Артём. Найс, выиграли. Блядь, нормальный. Я смотрю на себя, ты, блядь, в стенку улетел. Тактика ВДВшник, Артём. Больной, блядь. В стенку уебался. Я же сказал, за Индию, блядь. Гопника баним, питерского гопника. Артём, гопника. Артём, гопника. Гопника. Молодец. Из вас кто-нибудь играл в City Car Driving? Я, да. Ты с торрента раскачивал? Да. Есть 1,74 гигабайта репак от Хатаба или репак от игруха, ебать? От Хатаба бери. Хатаба, да. Нормально. Нормальный. Нормальный тема от Хатаба, ебать, наверное. Во, зона открывается. А, я там фильм смотрю, блядь. Короче, пацаны, это как торрент тоже работает. Я здесь смотрю фильмы. Типа здесь фильмы, там выходят которые, они все бесплатно в охуенном качестве. Мне Чернов посоветовал. На Sony хороший фильм, согласен, выходит. Бля. Бля. Не такой большой угол, Артём. Поменьше. Вот так. Бля, бля. Какой ты рукожоп, вот так. Бля. Бля. У вас еще 5 секунд. Бля. Ваша цель обезвредить заряд. Бля, как подняться? Бля, подняться не могу. Лапками, лапками. Бля. Да это издевательство. Почему мы 3-0 проигрываем, Артём? Объясняйся. Объясняйся, Артём. Я в команде. Весомый аргумент. Outback! Да. Субару. Мы будем сосать. Предлагаю. Лысое чудовище, Артём. Лысое чудовище, бань. Уже. Я не знаю, почему, но я представил.
фильм, оно типа, знаешь, заглядываешь в канализацию, а там это существо сидит с шариком. Понимаю. Я прострелю по тебе. Смотри, чтобы я по тебе не прострелил, Артём. 10 стен прострелю. Ой! Враг знает, где искать взрывчатку. Остановите его. Ну все, копай могилу, Артём. Я тебя бежи, срок, бежи. Что надо? Молчи. Куда побежал? Мне кажется, вы не самый лучший, построите стену. Я стрелял, пизда. Да, бля, я, короче, на дачу ехал недавно, там в машине радио играет, бля. И там на каком-то из радио шел ремикснутый гимн. Эти, какой-то фашист. Не понял. Короче, я сижу такой, думаю, типа знакомый, значит, конечно. А я потом допер, так что это оно было. А, ну да.